В Джабраиле были уничтожены все оборонительные рубежи армянской армии. Из 80 армянских солдат в живых осталось 40. Об этом заявил боец ММА армянского происхождения Эдуард Вартанян, ссылаясь на высказывание своего знакомого, принимавшего участие в военных действиях в Карабахе в составе оккупационных формирований. Цитата: «В Джабраиле армянский генерал остановил машину скорой помощи, высадил из нее солдат и сел в нее сам», — сказал Вартанян. По его словам, азербайджанские беспилотники не поражали гражданские автомобили и объекты, поэтому генерал скрылся из этого района на машине скорой помощи. Получается, друг моего знакомого, который служил в Джабраиле, и они были на четвертой линии, через 3 часа, может быть, чуть больше, их четвертая линия превратилась в первую. Офицеры им говорили идти на вторую, якобы он зачислил. И как только они вытянули голову, их сразу же снесли артиллерии и так далее. У них из роты 80 человек осталось 40. И когда они отступали, один генерал по имени Книтас, он остановил скорую, оттуда солдата вышвырнул и сам сказал, чтобы его везли. Потому что дроны и беспилотники, они не били гражданские объекты. Вот такая суровая правда.